Вторая школа готова к учебному году. Одно из крупнейших образовательных учреждений Магадана обучает более 800 человек. Для профилактики коронавируса сотрудники школы решили открыть второй вход, чтобы разделить потоки учеников. Так, начальная школа и среднее звено будут заходить в учреждение с разных сторон. Также для ребят сделают разные гардеробы. У нас должны быть четко изолированы и раздевалки, и входные зоны для каждого класса. Школа всегда работала в первую смену. И поэтому для того, чтобы вот максимально сохранить эти условия и соблюдать требования санитарно-гигиенические к организации образовательного процесса, здесь необходимо, конечно же, открывать второй вход. Его не просто необходимо открыть, его необходимо еще оборудовать соответствующими раздевалками. Завершили ремонт в классах, рекреациях и уборных. Как рассказывают педагоги, косметический ремонт делают каждый год. Изменения грядут и в учебном процессе. Уроки будут начинаться ступенчато. Ученики разных классов будут приходить с 9 до 11 часов утра. Завершатся уроки в 15 часов. Перемены тоже в разное время. Учителя говорят, что в таком режиме дети будут успевать посещать учреждения дополнительного образования. Кроме того, длительность уроков сократят, а некоторые предметы будут изучать в дистанционном режиме. Нам пришлось немножечко снизить количество минут, по 35 минут мы будем. Ну, это пока начинаем мы так, потом посмотрим. И, ну, опять же, это связано с тем, чтобы дети могли посещать дополнительные вот эти свои занятия. Вот. И часть предметов мы выведем на дистанционное обучение. Это ОБЖ, труды, ИЗО, музыка. Напомним, в Магадане закончили приемку образовательных учреждений. 31 августа в областном центре для первоклассников проведут школьные линейки. Учеба начнется очно, однако если в классе выявят случай заражения, ребята перейдут на дистанционку. Также в школах введут медицинский пропускной контроль, проверку температуры и обеззараживание рук. Ученикам не нужно будет ходить в защитных масках.